Вот такой вопрос мне задали в комментарии к донату. Вы все пытаетесь найти какие-то внешние признаки пригодности или непригодности. Только дело в том, что пригодных в вашем понимании женщин в принципе не существует, потому что любая, хоть с татуировками, хоть без татуировок, всегда будет пытаться вас использовать. Кстати, я сам лично знаю вполне приличных женщин, забитых татуировками, и знаю женщин, ведущих абсолютно асоциальный образ жизни, у которых нет ни одной наколочки. То есть, на мой взгляд, наличие у женщины татуировок однозначно ни о чем не говорит. Но я бы вам предложил рассмотреть эту ситуацию под другим углом зрения. Раз женщина молодая, то с большой вероятностью она живет с родителями. Ну или жила с родителями в то время, когда обила себе татуировки. Но насколько мне известно, старшее поколение в основном относится к татуировкам, а тем более у женщин, не очень хорошо. Потому что, в отличие от молодежи, татуировки у них все-таки больше ассоциируются с людьми, которые находились в местах лишения свободы. И раз женщина, живя с родителями, набила себе татуировки, значит, они не смогли запретить ей это сделать. То есть у родителей не было никаких рычагов воздействия на нее. А поэтому, если вы собираетесь начать отношения с такой женщиной, то задайте в первую очередь сами себе вопрос, а есть ли у вас какие-то рычаги для того, чтобы заставить ее слушаться?